Ну, наконец это случилось. YouTube просмотрел мою заявку на участие в партнерской программе. И теперь у меня на канале подключена монетизация, и я могу получать деньги за рекламу. А также могу обращаться в службу поддержки YouTube. И еще несколько интересных функций стали для меня доступными, а прошло всего 2 дня. Всем привет, с вами Гришкин. Как вы заметили, в прошлом видео я показал вам, как я подал заявку на монетизацию. Если вы интересуетесь YouTube, то обязательно посмотрите его, ссылка в описании. Но в том видео я просто рассказал, как я это делал, и показал вам, как вы можете подключить монетизацию, просто повторив за мной. Но на самом деле я подал заявку на монетизацию намного раньше, а именно 13 октября, но не выпустил видео о ее подключении, потому что у меня был план на следующие несколько роликов, выпускать которые было бы нелогично после видео с подключением монетизации. Но когда я 13 октября подал заявку, я не знал, сколько она будет рассматриваться, и начал, как и говорил в прошлом видео, просто ждать. И несмотря на мои ожидания, это заняло намного меньше времени, чем я думал. Проверка моего аккаунта AdSense заняла всего несколько часов, потому что когда я с утра зашел в творческую студию, я увидел, что второй шаг пройден, и нужно еще подождать, пока пройдет проверка моего канала на соответствие к требованиям. И насколько я слышал, это занимает намного больше времени, чем проверка AdSense, и поэтому я настроился где-то на 2 недели, как и предполагали некоторые люди в комментариях под прошлым видео. Но когда через 2 дня я увидел у себя на почте письмо, в котором говорилось, что мой канал прошел проверку, я сильно удивился и еще больше обрадовался. И получается, что если на вашем канале есть авторские видео, есть шапка и аватарка с вашим лицом, то ваш канал проверят и одобрят монетизацию очень быстро. А именно, в 2020 году рассмотрение заявки занимает около 2 дней. Все, теперь я могу зарабатывать на своих видео, хоть пока и небольшие, а возможно и большие, деньги. И в следующем видео я расскажу, как я подключал монетизацию на свои видео и сколько же я заработал за первый день. Так что это еще не конец. Еще нужно сделать некоторые действия в AdSense для того, чтобы получить наши денежки на карту. Так что, если не хочешь пропустить этих видео, то обязательно подписывайся на канал. Дальше больше. До встречи.